Всем привет! Это Phalaenopsis equestris rosea от Schwerter. Я уже в Инстаграме и в группе по эквестрисам на ФБ делилась фотографиями этого чуда с этими огромными корнями. Это две детки от двух растений, каждая детка от одного. И я люблю оставлять детки на цветоносах и не срезать. Но здесь такие длинные цветоносы, видите? И они так наклоняются, и детки, собственно, практически лежат на самой полке, там, где стоят эквестрисы. И я решила, что все-таки, наверное, пора посадить. И пора пересадить уже этих товарищей. Они практически затянули горшок корнями. Они бы, конечно, еще здесь поросли, но так как есть вот эти двое из ларца, то, скорее всего, будет уже пересадка в ближайшее время. И хочу я посадить в один горшок всех. Я цветоносы срезать не буду, я просто эти же цветоносы загну вот так вот. Ставлю все в горшочек, посажу и отрежу уже их через время, когда увижу, что вот эти малыши со своими корнями хорошо адаптировались к коре. Вот такие там мамки тоже сейчас растят активно листья. Вот, сажать я буду в, собственно, свою любимую посадку из пробкового дуба кашпо и, или горшок, как уж тут лучше сказать, и кора. Опыт у меня уже есть, видео вы, наверное, уже посмотрели. Если не посмотрели, переходите по ссылке в описании на то видео или же в конце ролика тоже будет ссылочка на видео с той групповой посадочкой. И давайте так, я пока не знаю, делать ли видео с этой групповой посадкой, или же сделать ли видео процесса, или сделать видео уже в конце как бы по результату и рассказать, что к чему, почему, с чем я столкнулась и что я буду делать дальше. Если вам интересно посмотреть видео посадки, обязательно пишите. Пишите об этом в комментариях. Пишите об этом, если вы состоите в группах, в которых я тоже состою, в моей группе по эквестрисам, или же можете написать на моей страничке в ФБ, как на личной, так и на страничке канала. Да, есть страничка канала, кто не знал. Все в описании, все ссылочки. Хотите, пишите в Инстаграм, если вам там удобнее. А мне действительно интересно, нужно ли вам такое видео, хотите ли вы на это посмотреть или нет, или лучше снять что-то другое полезное, что будет уже вам интереснее. Скажем так, такой получился короткий ролик-анонс этого чуда, которое скоро переедет. И у меня добавится еще одна групповая посадка. Вот, так что я обязательно жду ваших отзывов. Пишите, не стесняйтесь, и я действительно к ним прислушаюсь. И если вам интересно, действительно сделаю это видео. Кстати, вы можете по ходу задать еще вопросы, которые, например, вы хотите, чтобы я осветила в момент посадки. Например, почему я выбрала только кору, почему я не буду примешивать мох, не знаю, как я буду поливать, почему именно такой выбор и так далее, и так далее. В общем-то, то, что придет вам в голову, то, что не пришло мне в голову, или то, что я не посчитала важным, а вам это действительно будет интересно, все это пишите. Я знаю, вы прислали мне запросы на еще видюшки, и они, честно говоря, достаточно сложные, достаточно объемные. Хочется их сделать качественно, хочется показать как можно больше, хочется осветить, особенно тему субстрата. Я знаю, эту тему ждут. Я готовлюсь. Я стараюсь, но мне все время не нравится. Мне все время кажется, что можно сказать больше, можно сказать это все больше, но короче. В общем, пока я на самом деле подбираю видеоряд, пытаюсь, делаю некоторые фотографии, делаю съемки. Кое-что нравится, кое-что не нравится, но идея уже почти созрела. Думаю, ролик в этом году выйдет. Точно выйдет в этом году. Да, и всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями в группах. И всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!